вы спасаете ситуацию. Я тоже. Сегодня, дорогие друзья, ну, вы, наверное, обратили внимание, во-первых, какие костюмы будете. Давайте им поаплодируем. Это действительно сложно переодеваться, и они реально катастрофически не успевают. И просто не видите, что там происходит за кулисами. И поэтому палочка-выручалочка у нас хор «Новые имена». Ну и, как вы понимаете, кто еще? Да! Ну, на самом деле, я подумал так, что тратить зря время, давайте используем его с пользой. Как мы это сделаем? Вот здесь Матвей, где Матвей был 5 лет? Он хотел заниматься в коллективе. Матвей здесь, нет? Матвей, ты нас слышишь, которому 5 лет, который думает, что ему рано заниматься, но вот мы хотим его все-таки пригласить в наш коллектив. Здесь? Он уже пошел заниматься? А есть кто-то еще из детей, кто не занимается в коллективе, но хочет? Да? Поднял руку? А можешь сюда выйти? Пойдем к нам, походи. Пойдем. Давайте поаплодируем Смельчаку. Выходи на сцену смело. Молодец. Давай познакомимся. Как тебя зовут? Арсений. Арсений, а чем ты занимаешься? Ну, я занимаюсь танцами, я люблю танцевать. А танцами где занимаешься? Сам или куда ты ходишь? Я дома занимаюсь танцами. А какие тебе нравятся особенно? Ну, я люблю самому сочинять танцы какие-нибудь. Ты сам сочиняешь? Слушай, а мы можем сделать так сейчас? Я прошу звукооператора включить любой трек, из которых там папочка. Ты сможешь импровизировать? Ты же говоришь, сам сочиняешь. Я перед публикой боюсь. Публика, а давай я закрою его так. Сможешь? Тоже не сможешь. Ну слушай, давай сделаем так, смотри, ты прям пару движений можешь сделать. И здесь стоит Сергей Владимирович, это хореограф, главный хореограф коллектива. Если ему понравится, он тебя берет в коллектив. И ты будешь танцевать. Смотри, сколько красивых девочек вокруг. Только танцевать. А ты отвернуться можешь сюда ко мне, на меня? Вот так сможешь? Не смотреть на них? Сможешь? Тоже не сможешь? Ну ладно, да, не будем умыть. Подожди, выходи. Давайте, во-первых, поаплодируем за то, что ты просто видишь. Ты молодец. Ты видишь, ты себя аплодируешь. В следующий раз не стесняйся, не бойся, смело, да? А просто включите нам музыку. Включите музыку. И под эту музыку уходи. Так, потом, выходи просто, да. О, красиво, молодец. Ну, на самом деле, это очень сложно, я его понимаю абсолютно. Если бы меня в его возрасте куда-то выбили, у меня действительно был такой случай, меня так попросили выйти к доске в школе, и я помню, что я настолько, как сказать, потерял дар речи и онемел, и это все вылилось в такой зажим, я стоял и вот так вот рукой делал непроизвольно, я ничего не мог с собой поделать. Это было ужасно. Но ты вышел, ты все равно справился. Это очень круто, действительно. Да, тебя аплодируем. И мы тебя ждем в нашем коллективе. Ну что, ребята, готовы? Итак, вновь на сцене ваш любимый коллектив с русским народным танцем. Давайте его приветствуем.
друзья, наш отчетный концерт подходит к концу. Я хочу, чтобы вы еще раз выступали овациями детей. Они проделали огромный путь, это правда было очень сложно. Но они это сделали сегодня на этой сцене, демонстрируют свой мастер-класс, так скажем. Но главная заслуга, наверное, всего, что происходило сегодня на сцене, это действительно сложно выстроить, объяснить детям, подсказать, направить. Это правда реально сложно, я знаю, о чем говорю. Но тем не менее, они вместе объединились, они стали единой семьей, а возглавил эту семью прекрасный человек, душа компании, человек с юмором, вы, наверное, догадываетесь, о ком идет речь. Это заслуженный артист России Сергей Владимирович Тишков! Спасибо вам, мои дорогие. Я хочу сказать большое спасибо нашим детям, потому что в такую жару бедненькие не успевают переодеваться. Мокрые все. Юра, где Гончаров? Выйди, он плачет, не успел переодеться, не успел выйти на финал. Выходи сюда, мой мальчик, выходи. Ты где? Сегодня ваш праздник. Где он? Юра, где ты? Иди сюда. Давайте сейчас запомним всем, всем похлопаем. Еще вот не успел на финал выйти. Так переживал и плакал. Все нормально, Юра, все там на место. Да. Спасибо большое, что вы собрались в такую жару. Спасибо большое, дети мои, дорогие мои любимые, что вы отработали в такую жару. Вы даже не поверите, некоторые дети, я даже не буду сейчас говорить, на шатырем работали. Представляете? На шатырь, ну, продолжают работать. Давайте им поаплодируем. Спасибо. Не судите строго нас. Мы не щелкунчик, да, но мы к этому стремимся. Нас не 1200 человек, как щелкунчики. Нас всего 50 человек. Но мы 50 человек. Все звезды. Все до одного. Нам приятно-то не за кого. Вот кто вышел, тот и работает. Многие сегодня вообще первый раз вышли на сцену. Маленькие. Это вот тигры и львы первый раз сцену увидели. Некоторые плакали, боялись выйти на сцену, потому что она все-таки страшная штука, тем более работать на зрителя. Сейчас вы всех увидите. Я хочу на сцену вывести человека, без которого ничего бы у нас не получилось. Это Тишкова Тамара Геннадьевна. Прошу. Который занимается переодеванием, одеванием, у кого какая лента, у кого какие ботинки. Вся эта, вот эта работа называется кухня, которую вы не видите, берет на себя тот человек, который справляется с этим делом. А муж как есть. И муж еще успевает, мне кажется. Я хочу поблагодарить Мариночку Туркину. Иди сюда. Это вот из моих руководителей новых имен. Это те люди, которые нам сегодня помогли сделать наш праздник. Наши дети не успевали просто переодеваться, если бы не пришли такие прекрасные артисты, как новые имена. Как Наталья Вячеславовна Михалова, давай детей своих поводи. Игнат, Саша, Дорохина уже ушла. Игнат, помаши ручкой всем, да. Он успевал танцевать и на флейте играть. Так, кого я? Лев Александрович Назаров, ручки помаши, Лев. Директор новых имен. Наталья Васильевна Черногуз. Наташенька, ты где? Не знаю, где, наверное, уже с детьми убежала. Я хочу поблагодарить большую... Кого забыл, не забыл. Хочу большое спасибо вам сказать родителям. Ну, Саша Федоров, смотрите, какой красавчик. Я не стараюсь к нему близко подходить, он слишком здоров. Спасибо большое Игорю Мерцу, Наташ, ты вот чем мне на сцену не вышла, который нам сегодня делал звук. Саша, спасибо, который делал свет. Спасибо всем, кто сегодня принимал участие в нашем концерте. Вы представляете, концерт должен быть час. И он уже длится час пять, час два. Два часа уже идет. Представляете, в такую жару. Это профессионалам тяжело делать, а наши дети сделали. Вот я сейчас стою, болтаю, они там стоят, сознание теряют.
Я прошу еще раз поаплодировать всем детям, которые сегодня нам устроили праздник. Они звезды на самом деле. Вместе вперед, делайте поклонничек. Наш праздник, ребята. Спасибо вам большое. Какие молодцы. Спасибо, спасибо вам, мои дорогие, мои дети, любимые звезды мои. Спасибо большое. Ну, мы заканчиваем концерт, сейчас по обычаю мы выводим всех участников. Я прошу не пожалеть ладошки и встретить всех участников концерта. Игорь, у нас идет... Родители? Родители. Родители будут выходить что-нибудь говорить, нет? Сейчас подождите. Кто у нас будет говорить? Чего родители? Чего? Все глухонемые? Нет, вон. За кулисами кто? Вот мои родные идут. Идут. Смотрите, какие красивые назаречки. Нас собрал особый случай. От лица всех родителей хотелось бы выразить огромную благодарность светлому человеку, профессионалу своего дела, хореографу и наставнику наших детей Сергею Владимировичу и его супруге Тамаре Геннадьевне. Вы вносите огромный вклад в развитие творческое и личностное наших детей, способствуете их творческому развитию и движению в мире танца. Благодаря вам наши дети достигли огромных высот. Мы верим, что у них большое и светлое будущее, и в этом и ваша огромная заслуга. Спасибо, что отдаете им частичку своей любви, заботы, внимания и знаний. Мы желаем, чтобы огонь в ваших глазах никогда не погас. Личного профессионального роста. Не останавливайтесь на том, чего вы уже достигли. Живите, радуйтесь и развивайтесь. Здоровья вам крепкого, учеников послушных, любви искренней, благополучия и финансового достатка. Дорогие наши руководители, желаем, чтобы всю жизнь вас сопровождали яркие эмоции, интересные люди, незабываемые впечатления. Пусть рука об руку идут вера, надежда и любовь, поддержки близких и родных вам людей, хорошего коллектива. И знаете, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и любовь. Спасибо. Thank you.